Ржущий террорист перешел в наступление. Мужчина, который включает в своей квартире ржание лошадей на полную громкость, чтобы досаждать соседям, нашел новый способ издеваться над жителями своего дома. Что за бумага? Сказали, Амон. Что делаете? Вы что, не понял, что ли? Что делаете? Вы зачем меня толкаете? Я вас тронул, пусть пальцем. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.